Как давно не приезжала в Винчестер. Здесь я родилась и провела свое детство. Боже мой, как давно это было. Интересно. Обычно местные прирастают здесь, как поганки, и уезжают в больших городах в поисках лучшей жизни. А вы какая-то особенная, не похожа на местную. Я оставила семью, когда мне было 25 лет. Я не приезжала сюда, не хотела. Ты знаешь, мои родители люди консервативные. Они не покидали этот остров всю свою жизнь. А я путешествовала в это время, гастролировала, была в Америке и Европе. Да, родителей лучше любить издалека. Ой, а вы сказали, что гастролировали. Вы певица? Да, а что? Это так бросается в глаза? А у меня смесь панка и рока. Как интересно. Может, ваше выступление можно найти на YouTube? Конечно, набери. Эми ногами на сиденье. Ногами на сиденье. Прикольно. А мне нравится. Знаете, у вас есть какой-то дух свободы, которого мне не хватает, чтобы стать собой. Слушай, я хотела тебя спросить, а ты случайно не знаешь Роберта Стоуна? Да, он вообще-то разбился пару лет назад. Печальная история. Он ехал рано утром с госпиталя, с дежурства. Лобовое столкновение. Господи. Как тебя зовут? Джилл. Джилл, налей мне, пожалуйста, водки. Мне плохо. Мы с ним познакомились, когда мне было 20 лет. Влюбились друг в друга. Мои родители люди приличные. И они всегда были против любовных связей до брака. Мы начали встречаться тайком. Сама понимаю, что только поцелуями это не ограничивалось. А Винчестер город маленький, поползли слухи. Ты знаешь, а ведь раньше здесь все было по-другому. Помню, мы сидели с ним в том углу и мечтали о будущем. Роберт, а ты любишь собак? Да, почему нет? А давай заведем собаку, когда будем жить вместе. Ты каких собак любишь? Мне нравятся сеттеры. Благородные. Ты согласна? Абсолютно. Ты знаешь, мы сможем жить с тобой вместе только когда я начну работать, чтобы прокормить нас двоих. И нам нужно будет отдельное жилье, а то сеттеру негде будет жить. А потом мои родители вызвали меня на разговор, они запретили мне общаться с Робертом. Я думала, что все-таки он захочет со мной встречаться, но каждый раз он избегал встречи со мной. Я думала, это совпадение, но нет, в какой-то момент я все-таки случайно встретилась с ним в баре. Роберт, привет. Как я рада тебя видеть. Да, я тоже рад тебя видеть. А мы можем с тобой поговорить? Я думаю, нам не о чем с тобой говорить. Как же так? У нас столько много тем для разговора. Мне так не кажется. А что случилось? А ты не знаешь? Нам не стоит общаться. Прости. И тогда я поехала в Лондон. Тогда началась очень веселая жизнь. Я сделала свою первую татуировку. А мне родители не разрешали делать тату. Ты знаешь, вот она. Таракан. Это моя мама. Она вылезает из всех щелей. Но все равно я ее очень люблю, поэтому она со мной. Да, я помню, тогда я познакомилась с ребятами. Они как раз искали певицу, и я им приглянулась. Они позвали петь в свою группу. Ну, собственно говоря, вот таким образом я и превратилась в спа-девочке в грозу панк-рока. Мне очень интересно вас слушать. Знаете, я хотела бы встретиться с вами еще раз. Извините, но наш папа уже закрывается. Конечно, конечно. Я совсем забыла, что мы находимся в провинции. Постойте, подождите. Да. Хотела бы побольше узнать о своем отце. Расскажете? Я дочь Роберта.